Всем привет, YouTube, привет. Не буду, как говорится, долго распаковками заниматься, это никому не интересно. Получил посылочку с Америки. И вот тут мне еще и каталог придарили. Вот такие вот грибы. Это вот насадочки на пробойнике, доказал. Вот это ансан грибки. Вот, так называемые медовые. Вот. Это у нас карпоинтовские грибочки, ну, вот такими квадратиками. Вот. И вот такие вот грибы зеленые. Я их покажу на сайте, ссылочку дам. Значит, и молоточек донкрафтовский. Вот, я его давно хотел себе взять. Почему? Потому что он вот так и с насадками, и без насадок работает. Ну, сейчас я поподробнее немножко остановлюсь, покажу ссылочку на сайт, где я заказывал. Вот. И заказал. С нами они не хотят работать, отсылать. Пришлось находить много знакомых русскоязычных людей, живет в Америке. Пришлось заказать через них. Вот. И они мне потом прислали все это посылочкой. Вот посылочка доехала. В принципе, быстро, где-то 2 недели ориентировочно времени прошло. Вот он сайт dentalsusa.com. Здесь я зарегистрировался и выбрал то, что мне надо. Вот они, грибочки, мой заказик. Я повыбирал. Вот они, цены тут. Ну и так далее. В принципе, вот на 159 ихних американских рублей. Вот. И плюс за посылочку. Полтинник я отдал. В итоге, грубо говоря, там $210 получилось за все. Это я здесь заказывал вот грибочки. Молоточек я заказывал в Денкрафте. Сейчас покажу. Вот примерно такой он у нас. Он у нас и с насадками идет резиновыми, и без. Вот, 19,95, и, по-моему, там около доллара за пересылку. Ну, как бы это все мелочи. Доллар туда, доллар сюда, ничего страшного. Вот. Вот такая вот история заказа моего. Сейчас распечатаем, посмотрим, что за грибы. Вот она, первая позиция. Вот такие грибочки, они в упаковочках по 5 штук продаются. Это так называемые медовые. Вот такая у них очень гладкая поверхность, и внутри, как мы видим, как небольшая, как выемочка. Ну, я так думаю, что можно было сделать и получше, но, видимо, смысла в том, чтобы делать идеальную тут поверхность, не было, и поэтому вот они сделали их такие. Вот, все они примерно одинаковые. Ну, что за них могу сказать? Будет тест, буду тестить. Особо тут, видно, народ не заморачивается. Качество, сами вы видите. Вот, но их все хвалят. Якобы они очень сильно хорошо тянут и так далее. Это диаметр у нас 11,5 миллиметров. Это вот первая позиция. Вот она, следующая позиция у нас. Ансан ПДР. Вот. Они чуть подороже. Ну, здесь уже у нас наборчик. Сейчас мы его распечатаем. Вот он, следующий наш наборчик. Здесь 8 грибочков. Вот она, его цена. Вот, их по 2 тут. Ну, вот этот вот явно видно, как-то он поменьше. Может, брачок. Ну, может, так и задумано, но бог с ним. Это, как говорится, мелочи. Здесь тоже вот он один больше, один меньше, и этот один больше, меньше. Так что, в принципе, вот эти вот 2 одинаковые, а эти идут вот так вот по росту у нас. Таким вот образом.
Вот, ну что, сейчас я померяю, скажу их размеры. Следующая позиция. Вот такие вот насадочки. Они такие довольно жесткие. Это подпробойники. Вот диаметр у него где-то получается миллиметров 10. Ну, я аналогию, так сказать, провожу. Я под эти насадочки сделаю отдельную насадочку. Ну, принцип вот такой. Одеваем и работаем. Вот, можно по такому принципу, можно одевать на пробойник на сам. Вот он принцип такой. Ну, еще раз повторюсь. Как мы видим, вот он болтается здесь. Я отдам токарям, мне сделают насадочку для него именно под вот эти вот резиновые наконечнички. Все. Это у нас третья позиция была. Переходим дальше. Вот она, следующая позиция. Это CarPoint. Вот, так называемые делители. Вот, у меня их, в принципе, хватает всяких разных. И немецких, и китайских, и вот таких вот даже есть. Китай треугольный. И вот это немчики. Но в основном у меня большие размеры. Вот, всякие разные. А таких вот маленьких у меня нет. Вернее, есть только вот такие. Вот, это немецкие. Вот они такие. В этих же есть одна хорошая особенность. Они с магнитами. Также вот здесь написано Magnetic Taps или Taps. Ну, не знаю, с английским у меня не очень. Я решил их подзаказать. Цена меня очень даже устроила. Вот размерчики, сейчас я их скажу. По-моему, они у нас должны быть, да, 15 на 15 миллиметров. Вот, очень хорошие грибы, в принципе, они мне нравятся, поэтому я их заказал. У них два плюсика. Очень хорошо они работают, то есть в ассортименте у меня добавится чуть-чуть. И они магнитные, что, в принципе, я считаю очень полезно. Ну и цена не так уж высокая. За 5 штук $18 там условно. Это недорого. Следующая позиция у нас. Вот такой набор грибочков. Пишут, что они предназначены для клеевой системы, для обратных молотков и вот такой наборчик. Сейчас посмотрим, что у него внутри. Вот такой наборчик у нас получается. 6 грибочков. Я их взял на пробу. Вот такие они внутри, по центру, как проштамповочка. Ну и вот такой у них у всех рисунок. По диаметру они получаются, значит, что у нас 25, где-то 23, 20, где-то 17, 15 и, ну, наверное, 11 миллиметров. Вот такой вот набор у нас получается. То же самое, как видно, тут народ особо не заморачивался. Грибочки, главное, чтобы работали. Так, это у нас пятая позиция, пятый наборчик. Следующим номером нашей программы вот такие 4 наборчика. Вот все они одной фирмы-производителя. Значит, тоже их тут в этих наборчиках. Сейчас я открою и по порядку рассмотрим. Следующий наборчик у нас вот такой. Цена у него такая. Ну, за один грибок 2,75. Ну, грубо $3. 180 рублей. Ну, условно, скажем так. Вот. Это 9-миллиметровые. Ну, я так понимаю, что это градовые грибочки. Вот такой наборчик. Я почему его взял? Мне, конечно, одному это много, но я поделюсь с друзьями немножко, со своими.
Следующая позиция 12-миллиметровые, тоже грибки этой же фирмы, этой же фамилии. Вот, вот такие они. Гладенькие, прям аж блестят. Вот, тоже позиционируются они как градовые. Вот, особо тут рассказывать нечего. Я потом, конечно, в процессе работы или потестирую, будет время у меня, сниму тестик, как они работают, что и как, расскажу свое мнение. Очередной наборчик, цена у него 13,75. Вот, сейчас мы его посмотрим. Вот такие 5 грибочков. Размеры у них вот такие вот. 10 на 70 миллиметров. Вот такой вот набор. Очередной наборчик грибов. Тоже вот 5 штучек. Вот, у них размеры вот такие. Значит, где-то 17 на 50. Вот, ну вот эти у нас условно, как мы видим, узкие грибы, эти широкие. Ну, у меня таких грибочков нету, тоже как бы решил взять. Мне постолько не надо, я поделюсь с ребятами, мы как бы вместе тут скооперировались. Вот. Ну и вот остается изделие фирмы Denkraft. Вот такой вот маленький молоточек. Вот, с двумя насадками. Сейчас мы его посмотрим. Ну, это вот тоже будет интересно посидеть дома за тарелкой супа, полистать этот каталог с инструментом. В принципе, это и в интернете все есть. Ну, что-то, я думаю, будет интересно посмотреть, чем тут за границей работает. Вот сколько насадок всяких разных на инструмент. Тут даже и рубашонки есть. Ну, в общем, вот такой вот каталог. Вот они, эти же грибочки. Вот они, блок-плага. Это вот все я заказал. Вот такие вот грибочки. Примерно вот такие. Вот, ну тут молоточки. Вот он как раз молоточек, который мне приехал. Вот он вживую. Посмотрю, может потом закажу еще вот такой. Что-то не наводится резкость. Вот, тут цена рядом. Вот, посмотрим. Вот он этот наш молоточек. На нем здесь есть надпись Denkraft Tools. УСА. Вот он с двумя насадочками. Сейчас я их сниму. Вот такой молоточек. Ну, вот эта вот поверхность явно предназначена для того, чтобы ей тоже можно было работать. И без насадки. Это вряд ли. А вот это только под насадку, как мы видим. От такой поверхности на краске могут оставаться следы. Вот, поэтому работать можно либо вот так, здесь без насадки, либо сюда одевается насадочка. Длина молоточка 24. Ну а вес я сейчас взвешу, скажу. Так, обнуляйся. Вот, обнулились весы. Значит, еще раз повторюсь, 24 у нас длина, вес 105 грамм. Вот такой вот молоточек. Чек. Ну, надо будет ему где-нибудь вот здесь вот место как раз вот под него есть.
добавилось. Довольно легенький, маленький, аккуратный молоточек. Я думаю, он достойное место здесь у меня в инструменте займет. Ну, самое главное, уметь этим всем работать. На этом все пока. Вот такая посылочка приехала. Вот, ссылочку я выложу на все эти вещи. Вот, кому интересно, в принципе, могут посмотреть, что-то заказать. Я думаю, знакомых в Америке найти не проблема. Вот, и они вам перешлют. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.